Всем огромный привет! Сегодня у меня видео из магазина IKEA. Там сейчас проходит летняя распродажа. По многочисленным запросам своих подписчиков снимаю видео на основном канале. А на канале с обзорами IKEA вы можете посмотреть первые два видео. Я сняла полный обзор всего магазина, всей распродажи. Некоторые товары уже вышли из ассортимента, поэтому давайте смотреть, на что сейчас снижена цена и что распродается. И еще в этом видео будут новинки. Как же без них? Обязательно вам их покажу. Если впервые оказались на канале, подписывайтесь на основной канал и на канал с обзорами IKEA. Все ссылочки на социальные сети будут под видео в описании. Видео будет насыщенным и интересным. Присаживайтесь поудобнее, наливайте себе вкусный напиток. Я желаю вам приятного просмотра. Щетка для мытья посуды Риник стала еще дешевле. 39 рублей вместо 60. В наличии сейчас три разных варианта цвета. А это новинка. Набор салфеток из микрофибры. Три штуки, называется Пиприк. Размер каждой 28 на 28 сантиметров. Розовая и желтая одинаковые с обеих сторон. А зеленая с одной стороны в полосочку, а с другой стороны рифленая. Состав полиэстер и нейлон. Вот так они выглядят в наборе. Изготовлены они в Китае. Цена 149 рублей. Вот такая зеленая салфетка уже давно в ассортименте. Называется она Риник, размер 25 на 25 сантиметров. А сегодня появилась серого цвета. Цена ее 69 рублей. Изменилась локация кухонных фартуков и полотенец. Здесь еще есть прихватки. Посмотрите, как все аккуратно выложили. Целая связка новинок. Это набор кухонных полотенец. Называется набор Торфлю, размер 45 на 60 сантиметров. Это 100% хлопок, стирать при температуре 60 градусов. Цена 229 рублей. Давайте их поближе рассмотрим. Вот такие крупные апельсины, лимоны яркие, желтые, еще питахайя и ассорти. Вот так выглядит набор, изготовлен он в Китае. И вот здесь как раз закрался подвох. Только на розовый цвет идет распродажа. А зеленый и черный идет по 59 рублей. Видите, как можно запутаться. И дозатор для жидкого мыла только розового цвета. Объем его 450 мл. Стоит сейчас 89 рублей вместо 150. Высота 18. Изготовлен он в Чехии. Появилась отличная альтернатива бутылкам из пластика. Теперь вот такие стеклянные бутылки с желтой крышкой. Изготовлены они из прочного стекла. Удобная крышка с ручкой. И эту бутылку можно взять с собой в поход. Называется она Formskjön. 0,5 литра. 299 рублей. Высота бутылки 24 сантиметра. Изготовлена она в Чехии. Еще одна классная новинка. Это бутылка для воды 0,5 литра из нержавеющей стали. Крышка бежевого цвета. Изготовлена она в Китае. Высота 17 сантиметров. Цена такой бутылки 399 рублей. А пластиковая альтернатива стоит 199 и 149 рублей. Показывала в прошлом видео. Была на распродаже вот такая кружка розового цвета. Стоит 500 рублей вместо 700. А сейчас добавили бордовый цвет, и стоит она гораздо дешевле. 300 рублей вместо 700. Сейчас вот такой термос золотой Льюваре. Стоит 500 рублей вместо 1500. А большой термос 1,5 литра стоит 1500 вместо 2. И по такой цене термос, конечно, стоит брать. Как хорошо, что еще не поставили здесь ценники со скидками. Иначе этих термосов уже бы не было, и мне бы не досталось. Здесь вот как раз можно посмотреть фартук с оттенком Гриль Тедер. 150 рублей стоит вместо 500 рублей в развернутом виде. Ткань плотная. Вот так он выглядит. Кармашек зеленого цвета. А с этой стороны распродается варежка-прихватка. 129 рублей вместо 250. Вот так она выглядит, плотная. По такой же цене остались
шампуры 4 штуки, 45 сантиметров из нержавеющей стали. Стоят 200 рублей вместо 400. Теперь добавился в распродажу вот такой синий набор. Называется Хемлагат. 6 предметов. В комплекте идет кастрюля на 5 литров с крышкой, на 3 литра с крышкой, ковшик 1 литр и сковородка 28 сантиметров. И здесь стоят значки, для каких панелей они подходят. Для газовой, стеклокерамики, электрической и индукционной. Давайте посмотрим, как выглядит сковородка. Она такого небесно-синего цвета с перламутром. Белую точечку. Вот так выглядит дно. Изготовлена посуда в Китае. Так выглядит ковш со сливными носиками в две стороны. Антискользящая ручка. Кастрюлька 3 литра. Металлическая крышка с отверстиями для отвода пара и внутри антипригарное покрытие. А это 5-литровая кастрюля, на ней закрепляется крышка поворотом. Она немножко тут погнулась. Металл тонкий и здесь есть вот столько отверстий, множество. Внутри антипригарное покрытие, ручки антискользящие. Со временем синяя поверхность немножко стирается. Формочка 3 предмета Виксбен стоит также 300 рублей вместо 450. И еще сразу не поймешь, что это такое. Оказывается, это рамка для выпечки регулируемая. Вот так она выглядит в упаковке. А так она выглядит в выставочном образце. На ней есть специальные метки. Изготовлена из нержавеющей стали. Максимальная длина 30 сантиметров. Минимальная длина 16,5 сантиметров. Высота рамки 5 сантиметров. Изготовлена в Китае, цена 500 рублей. У коврика для выпечки также цена осталась 170 рублей вместо 250. Деревянные хлебницы также хорошо разбирают. Цена осталась прежней. 1000 рублей вместо 1400. Нашла ценник от сервировочной корзины Клюфта. Тоже ее разобрали. 29 сантиметров была 400 рублей вместо 600. Поднос с птичками, по-моему, распродается еще с мая. 33 на 33 сантиметра. Цена 170 рублей вместо 300. Добавили в распродажу скатерть Мусель Блома. 145 на 240 сантиметров. Стоит 800 рублей вместо 1800. Ткань – это 100% переработанный полиэстер. Эта скатерть изготовлена в Испании. Вот так выглядит в разложенном виде. Одна часть с рисунком, а вторая белая, и посередине там будет кружочек. И покажу еще дорожку Льюваре, стоит она 100 рублей вместо 500. Также вот такая Сомар Дрём скатерть 400 рублей. И большая плотная скатерть Сомар Дрём 145 на 240 стоит 700 рублей вместо 1200. В распродаже также участвуют два ножа из серии IKEA 365+, 14 сантиметров, стоит 500 рублей, а чуть побольше, 16 сантиметров, стоит 800 рублей. Сервировочные корзинки разобрали, осталась одна штука за 400 рублей вместо 600. Смотрите, какая забавная новинка. Веточка. Давайте посмотрим, как называется. Смика 67 сантиметров, стоит 250 рублей. По распродаже у нас только салфетки бумажные 30 штук, которые называются Сомар Дрём. Их можно рассматривать теплыми летними вечерами. Стоит 19 рублей вместо 50. Прямоугольные плетеные салфетки под приборы также все разобрали. Здесь даже нет ценника. Я обожаю вот этот набор мисок. В наборе их 3 штуки. 10 сантиметров. Разные цвета. Есть вот такой в горошек. И еще нежнейший розовый в ромбике. Стоит он всего 300 рублей. Изготовлен в Китае. Его очень быстро разбирают. По распродаже идет вот такая тарелка Динера. 20 сантиметров темно-серого цвета. Стоит 99 рублей вместо 120. На набор вот такой Nordby. Цена вернулась. Теперь он снова 450 рублей.
столовый набор Бехакфу. Хорошо разбирают. Осталось несколько наборчиков. Цена 1800 рублей. Покажу вам, как он выглядит поближе. Вот такой набор, сервиз, 18 предметов, IKEA 365+, уже закончился, стоил 2200. Большие тарелки из серии Уплага также закончились. Остались только по 22 сантиметра, стоит 129 рублей. Красивый набор бутылочек с пробкой, 3 штуки, называется Коркин. Тоже осталось совсем немножко. Стоит 99 рублей вместо 230. Добавилась в распродаже вот такая миска. Стримик. 15 сантиметров. Бирюзового цвета. Стоит сейчас 59 рублей вместо 200. Большие бокалы для вина объемом 490 миллилитров. Называется Storsint. Стоит 600 рублей вместо 1000. Вот такая скатерть In Beauden 145 на 2,40. Зеленый горошек. Стоит 500 рублей вместо 1000. Подставки держатели Glatis 8,5 см. 6 штук из желтой меди. 250 рублей вместо 500. Бокал для шампанского. 4 штуки In Beauden 240 мл. Стоит 500 рублей вместо 800. Кружка Динера объемом 300 мл серо-синего цвета. Сейчас по цене Kia Family 69 рублей вместо 100. Страна-изготовитель Китай. Кружка Стримик 360 мл. Бирюзовый 89 рублей вместо 200. Каменная керамика изготовлена в Китае. Вот, смотрите, сейчас только что из магазина видела там такую дорожку за 99 рублей, пробивается 499. А когда ввели карту, смотрите, сразу идет скидка. Набор крышек из силиконового каучука, разноцветные, 3 штуки в наборе, стоит 169 рублей вместо 250. Зажим с горлышком, крышка для пакета, называется Бевара, 89 рублей вместо 150. Круглый контейнер для завтрака с отделениями IKEA 365+, стоит 179 рублей вместо 250. Также такой контейнер есть квадратной формы, стоит 150 вместо 300. Прозрачная сервировочная миска Бланда 20 сантиметров, стоит 69 рублей вместо 130. Я читаю абсолютно все комментарии и отвечаю на каждый. Если вы покупаете что-то в IKEA, пишите, пожалуйста, отзывы под видео. Это полезно не только мне, но и другим моим подписчикам. Буду вам очень благодарна. А еще пишите ваше мнение по поводу этой распродажи. Какие товары действительно заслуживают внимания? И что на этой распродаже успели уже ухватить? Набор стаканов Покал синего цвета по 350 мл. Стоит 299 рублей. Стаканы Гудис 230 мл. Стоят 200 рублей вместо 250. Пушистая бархатная подушка. Она двухсторонняя. С одной стороны рисунок, с другой стороны однотонный бордовый цвет. Застегивается на молнии. Размер ее 50 на 50 сантиметров. Изготовлена из хлопка. Цена 400 рублей вместо 1000.
Вот такая бежевая подушка на стол, называется Бремон. Размер 34 на 34 сантиметра, она двухсторонняя, две стороны одинаковые. Можно использовать ее на улице и в помещении. Стоит 99 рублей. А сейчас в распродаже идет вот такой вариант. Хотя здесь ценник написано 99, но на стене написано 69 рублей вместо 100. Хотя есть такой вариант, что не успели убрать ценник. Могли повысить. Переходим с вами в отдел с пледами. Давайте посмотрим, что здесь распродается. Вот такой плед. Цвет антрацит. Серый. С розовой каемочкой. Стоит 700 рублей. Размер 130 на 160 сантиметров. Называется Декарера. Состав у него 100% шерсть. Ручная стирка при 40 градусах. Вот так он выглядит в упаковке. Страна-изготовитель Китай. Плед голубого цвета. Называется Polar Vide. 130 на 170 сантиметров. Небольшая скидка. 250 рублей. Вместо 300. Страна-изготовитель Китай. Плед очень темного синего цвета. 120 на 170 сантиметров. Стоит 250 рублей. Изготовлен он из полиэстера. К нему еще идет чехол. Изготовлен он в Китае. Чехол на подушку 50 на 50 сантиметров серого цвета с орнаментом точки. 250 рублей вместо 300. Следующий чехол белого цвета в темно-серую полоску. Называется Ингалил. 150 рублей вместо 350. 100% хлопок. Размер 50 на 50 сантиметров. Чехол на подушку. Мы с вами уже видели такого цвета скатерть. 40 на 65 сантиметров. Стоит 200 рублей вместо 400. Бархатный чехол на подушку Санелла. Светло-коричнево-красный цвет. Стоит 300 рублей вместо 500. Состав 100% хлопок. Также есть чехол на подушку темно-красного цвета. Цена такая же. Чехол на подушку Вигдис 50 на 50. Темно-красно-оранжевый цвет. Стоит 300 рублей вместо 550. Ткань называется Рами. Распродается чехол на подушку Льюваре. Изготовлен он в Индии. 50 на 50 сантиметров. Ришелье оранжевый. Стоит 200 рублей вместо 600. 100% хлопок. Чехол на подушку 50 на 50 из грубой ткани. Стоит 150 рублей вместо 300. Здесь состав хлопок и джут. В Вигдис есть еще другого светло-коричневого цвета. Стоит 400 рублей. Вот такой классный чехол на подушку белого цвета с зеленым горохом. Стоит 200 рублей вместо 250. Состав 100% хлопок. Размер 50 на 50 сантиметров. Вот такой красивый плед серого цвета. 500 рублей вместо 700. Изготовлен из 100% хлопка. И, к сожалению, в наличии его уже нет. Давайте посмотрим, как назывался. Одрун. Снизилась цена на подушку. Вот такую темно-серую. 35 сантиметров диаметр. С обратной стороны пупырки. Называется от Бьорк. Шерстяная. 200 рублей стала стоить вместо 600. И смотрите, какая невероятная новинка. Это натуральная кожа. С другой стороны войлок серого цвета. Называется Stamp Flu. Обивка гранитный золотисто-коричневый. Внешняя ткань — это прокрашенная кожа крупного рогатого скота с обработанной, тесненной, пигментированной поверхностью.
стоит 1400 рублей. И еще снизилась цена подушки на стул In Buden. Теперь она стоит 200 рублей вместо 400. Поближе вам ее покажу с кисточками. По-моему, она стоила 250 рублей, а теперь за 200 можно ее купить. Она высокая, мягкая, внутри полиуретановое волокно. Двигаемся с вами дальше. Еще увидела здесь распродажу вот такой чехол Армвал 50 на 50, золотисто-желтый, мягкий хлопковый бархат, стоит 350 рублей вместо 700. С обратной стороны гладкое бархатное полотно. Переходим с вами к другой цветовой гамме. Здесь зеленый, коричневый, темно-зеленый. Также здесь есть Санелла 350 рублей вместо 500, размер 40 на 65 сантиметров и 50 на 50, темно-зеленый за 300 рублей вместо 500. Еще один вариант 65 на 65 сантиметров, 300 рублей вместо 500, с такими деревянными пуговичками. Состав 57% лен, 43% хлопок. Произведено в России. Также чехол Осатильда. Еще здесь есть вот такой размер 50 на 50. Так, идем дальше, смотрим. Вот такой натуральный цвет. 40 на 65 сантиметров, не окрашенный в полоску. Стоит 300 рублей. Давайте ее найдем. Вот она. Изготовлена она в Китае. 80% хлопок, 20% натуральная пенька. Дальше новинки. Вот такие, похоже, как такая же ткань на пледах. Еще вот такая интересная. За 700 рублей. И вот здесь последний вариант. За 400 рублей. Айна. Натурального цвета. Это 100% лен. А здесь подушки Кронерт. 30 на 58 сантиметров. Бирюзовый, темно-зеленый. Распродаются. Стоит 129 рублей вместо 230. Вот так она выглядит. Какая-то слегка помятая. Можно стирать в машинке, наполнитель из полиэстерного волокна. И также подушка Саракайса, 250 рублей вместо 300. Подушка Сомарбинка 30 на 58 сантиметров, 250 рублей вместо 300. Небольшая скидка. Изготовлена поверхности 100% хлопка, а там внутри полиэстерное волокно. Вот такие гардины, две штуки в наборе, Бергскраба, 145 на 3 метра. Снизилась цена, теперь 1000 рублей вместо 2600. Серый в полоску. Здесь материал 70% хлопок и 30% лен. Марьюн вот такого розового цвета, 3500. Вместо 4300. Вот такая прозрачная. Гардина одна штука стоит 550 рублей вместо 850. Красивая розовая ленда 1000 рублей вместо 1800 рублей. Две штуки и 100% хлопка. Гардины Хаквинге 1300 рублей вместо 2000. Состав 80% хлопок и 20% вискоза, искусственный шелк. Вот такие зеленая гусиная лапка. Это гардины, две штуки.
размер 145 на 3 метра, белый-зеленый, 1800 рублей вместо 2300. Состав 100% хлопок. Изготовлены гардины в Бангладеш. Еще раз продаются вот такие с розами. 1700 рублей вместо 3,5. Это шторы Blackout, затемняющие гардины. Вот такая с цветами крупными, летний вариант. Называется Ирмелин. 1200 рублей. Состав 100% хлопок. Гардины с прихватом, рисунок цветы, стоят 2299 вместо 3300 рублей. Затемняющие гардины зеленого цвета, бирюзового, стоят 1500 вместо 3300. И еще, кроме бирюзового цвета, лизобрит еще есть вот такая. Стоит 2300. Бежевый цвет. Кольца для гордин с крючком, 10 штук, сирлик, 38 миллиметров, серебристого цвета, стоит 100 рублей вместо 190. Бегунок на крючок, здесь их 24 штуки, стоит 69 рублей вместо 200. Покрывало размером 2,30 на 2,50 из флиса. Вот такого темно-бордового цвета. Стоит 1300 рублей вместо 1700. Это 100% полиэстер. Чехол на подушку темно-серого цвета, 40 на 65 сантиметров, стоит 300 рублей. Покрывало Сан-Лупин. 180 на 250 сантиметров. С одной стороны цветочки, с другой стороны полосочки. Стоят разные размеры. Тут 1300 рублей и 2000. Также чехол на подушку есть бежевого цвета. Стоит 300 рублей. Вот такое покрывало Гульвет. 180 на 250. 4000 рублей. Двухстороннее. Состав 100% хлопок. Верхняя часть лен. Покрывало 180 на 220, лоскутный зеленый, стоит 1300 рублей. И гульвет еще есть темно-синего цвета, стоит 5000 вместо 7000. 260 на 2,5. Из постельного белья здесь распродается вот такой набор пододеяльник и наволочка. Это лилия. Это полуторка. Белый с цветочным орнаментом. Стоит 2000 вместо 3000. Здесь еще птички вышиты. Пододеяльник и две наволочки. 2 на 2 метра. 1300 рублей. Давайте посмотрим ткань. 100% хлопок. Здесь 152 нити. На квадратный дюйм. Пододеяльники две наволочки. Называется Фобломинг. 2 на 2 метра и полуторка. Стоит 1800 и 1500 рублей. Изготовлены в России. И еще свайвельпион. Белый, синий, красный. 2 на 2 метра. Стоит 1000 рублей. Вместо 1300. Пододеяльник и две наволочки. Серый с белыми цветами. 2500 вместо 3000. Простыня Ульвиде 90 на 2 метра, темно-розового цвета, стоит 500 рублей вместо 700.
на матрасник 90 на 2 метра из плотной мягкой полиэстерной ткани, стоит 100 рублей вместо 240. Одеяло размером 150 на 2 метра, легкое, 2300 вместо 3000 рублей. Стопроцентный хлопок, наполнитель полое полиэстерное волокно. Эргономичная подушка Клуб Споре 43 на 65 сантиметров, стоит 2200 рублей вместо 3000. У нее с одной стороны охлаждающее покрытие, вот именно такую я себе купила. Мне не очень удобно на ней спать, высокая. А есть подушка низкая, 50 на 70 сантиметров, Вор 3, стоит 600 рублей вместо 800. Но она прямо такая пружинистая, а это не она. Вот она, мягкая, низкая. Все поперепутали. Ковер с коротким ворсом, темно-серый, 133 на 195 сантиметров, стоит 2000 рублей вместо 6000. Ворс плотный, густой, и с обратной стороны все хорошо обработано. Страна-изготовитель Китай. Вот такой коврик в разноцветный горох, 40 на 60 сантиметров, стоит 150 рублей вместо 200. И вы только посмотрите, какая красота появилась. Это новый преддверный коврик. Называется Вален Свет. 40 на 60 сантиметров. Не окрашенный. Давайте посмотрим его состав. Это 99,5% волокно кокосовой пальмы и полиэтилен. Подкладка натуральный каучук. Ворс плотный. Не сдвигается. Его нельзя стирать, не отбеливать, не сушить в стиральной машине, не гладить, не подвергать химической чистке. Цена 600 рублей. Огромные шкуры, называются Cold Bee. Коровья шкура коричневая, стоит 13 тысяч рублей. Круглый коврик диаметром 70 сантиметров, синего цвета, стоит 200 рублей вместо 500. А это какой красавчик, смотрите, какой ворс. Высокий, пушистый. Стоит он 4000 рублей. На утруб 133 на 195 сантиметров вместо 10000. Откуда они берут такие названия? Дальше пройдем по коврам. Вижу здесь вот такой черного цвета. Называется Тювельсе. 2 метра на 3 метра. Стоит 5000 вместо 12000. Но это такой же, как на входе, только другой размер. Здесь в светлых коврах Виндрум. Мягкий ворс, высокий, пушистый. 133 на 184 тысячи вместо 7. Следующий ковер безворсовый. Висторфт. Висторфт. 170 на 240 сантиметров. Так, а он размером только 2 метра на 3 метра, стоит 7 тысяч вместо 15 тысяч. Следующий ковер Альвине, 170 на 240 сантиметров, ручная работа, серого цвета. Ой, какой красивый, стоит 10 тысяч вместо 20 тысяч. И состав у него 100% натуральная чистая шерсть. Вот такой полосатый ковер. Лили Ворде, 133 на 195, 2500 вместо 3000. Дальше Глумсё, 133 на 195, серый с белым, стоит 4000 вместо 8. Еще один Виндрум, 133 на 180, 4000 вместо 7. Вот такой ковер, это Стоенсе, стоит 3000. И здесь 2 метра на 3 метра, стоит 6 тысяч. Следующие мы с вами уже смотрели, да?
Называется Тувельсе. 2500, 4000 и 5000 по размерам. Еще один ковер. Я так понимаю, что он из чистой шерсти. 170 на 240 сантиметров. Трангет. 8000 вместо 15000. 100% шерсть и основа 100% хлопок. Короткий ворс, темно-бордовый, темно-красный цвет. 2500, 133 на 195. Побольше размер стоит 4000. Следующий ковер морум, безворсовый, серый, бирюзовый. 3000 вместо 4500. Вот такой зелененький, красивый, с вкраплениями. 133 на 195 стоит 1500 рублей вместо 3300. Так, и последний в этом ряду виндрум. Тоже высокий ворс. Серый, зеленый и бирюзовый. Стоит 4000, размер 133 на 180. Здесь детский ковер, называется румет. 100 на 133. Стоит 800 рублей вместо 1000. Вот такой классный коврик, который показывала, по-моему, в прошлом видео. 1800 рублей, 133 на 160 сантиметров. Вместо 2800. Там по углам цветочки. Ой, классный ковер. Вонсбек. 80 на 180. Даже такой ковровая дорожка. Стоит 1500 вместо 2000. Ковер короткий ворс. 80 на 150. Серебристо-бирюзовый. Ой, серо-бирюзовый. Стоит 1000 рублей вместо 1500. И вот такой густой синий дружочек. Тювельсе. 80 на 150. Темно-синий. 1500 вместо 3000. Вот этот прям очень классный. Короткий-короткий ворс. Как будто состаренный. Увидела еще один. Ипскер. 80 на 150. Белый с оттенком. Стоит 3000. Он такой красивый, буклированный. С косичками. 100% шерсть. 3000 вместо 7000. Переходим с вами в отдел ванны. Здесь набор из 3 предметов. Стоит 200 рублей вместо 400. Здесь единственный стеллаж 42 на 176 сантиметров. У него съемная стеклянная полка. Легко протирать, подходит для влажных помещений. Стоит 2300 вместо 3000. Вот такой смеситель, называется Lil Swan. 2300 вместо 3000. Следующий смеситель Свен Шор. 2500 вместо 4000. Вот так выглядит этот набор. Дозатор, стаканчик и мыльница. Бирюзовый дозатор для жидкого мыла. 100 лет уже в ассортименте. Стоит 150 рублей вместо 300. Полотенце антрацит белый. Стоит 400 рублей вместо 500. Размер 50 на 100. Вот такая корзина. 30 прищепок. Торкис. 250 рублей. А вот эти сушилки с 16 прищепками, пресса, незаменимая вещь, стоит 329 рублей. Вот такая настольная лампа, называется Лампан, 450 рублей вместо 550. Распродается только темно-синий и белый, вот этот вариант. А белый стоит 550. Лампа настольная от Erskine, 2500 вместо 4000. Светодиодная лампочка стоит 129 рублей вместо 200. Здесь еще есть настольная лампа желтого цвета. Так, вот этот вариант стоит 1200 рублей вместо 1500. Гибкая ножка. И еще есть вот такой бирюзовый вариант
Он стоит 900 рублей вместо 1500, дешевле. Снизили цену. Рабочая лампа Форсо темно-вишневого цвета, темно-красного, 1000 рублей вместо 1300. Рабочая лампа никелированный белый, 2000 вместо 5000. Эстано, это светодиодная подсветка, шкаф и стены, 36 сантиметров, белый, 1000 рублей вместо 2000. Вот такой цветочек, стоит 300 рублей вместо 500. Потолочный светильник белый в виде облачка, стоит 100 рублей вместо 300. Вот такой большой подвесной канделябр, стоит 5000 вместо 7000. Канделябр четырехрожковый, черный, 2000 вместо 3000. Светодиодные свечи, 4 штуки, 599 рублей вместо 700. Абажур, белый, желтая медь, стоит 1500 вместо 2000. Давайте найдем, какой именно. А я его не вижу. Вот это, наверное, он. Нимо. Вот такой. Абажур для подвесного светильника светло-коричневый, стоит 1000 рублей вместо 1500. Огромная светодиодная лампа, 1300 рублей вместо 2000. Смотрите, какая она. Коробка Тиена светло-зеленого цвета, а крышка с цветочками. Есть ручки. Цена 200 рублей вместо 370. Настольная рамка 10 на 15 сантиметров бирюзового цвета, стоит 70 рублей вместо 100. Вот такие зажимы розового цвета, называются Скодис, 100 рублей вместо 130. Стаканчики, набор из 3 штук, 300 рублей вместо 370. Подставка для канцелярских принадлежностей Ани Линары, 200 рублей вместо 600. Коробка Тиена с крышкой, 25 на 35 на 20 сантиметров. Синий разноцветный, стоит 200 рублей вместо 370. И Тиена цветок светло-зеленый, 2 штуки, стоит 200 рублей вместо 270. Распродажа доска для записей. 71 на 49 сантиметров, 1500 вместо 3. Вот такие держатели, 39 рублей, 2 штуки вместо 90. Сумки-шоперы, называются скюнки. Есть разные варианты, вот такой белый с желтыми цветочками, в полосочку, с красными. Они стоят 79 рублей вместо 129. Вешалка трехместная, изготовленная из дерева, 300 рублей вместо 500. Вот такой складной стол Ивар из сосны, стоит 12250 вместо 14800. Кашпо для цветов, 129 рублей, изготовлено из бетона. Снизу есть специальная подложка, 129 вместо 230. Тот самый набор из двух зеркал, 400 рублей вместо 1000. Из новинок появились батончики, вот такие беленин. 69 рублей за 45 граммов. И еще есть вот такой вариант, похожий на Твикс, тоже 69 рублей. А упаковка вот таких батончиков 299 рублей, 240 граммов. По распродаже идут картофельные чипсы со вкусом сметаны и лука, 99 рублей. А безалкогольные сидры идут 2 штуки, 199 рублей вместо 258.
Мое видео подходит к концу. Надеюсь, оно вам понравилось и было полезно. Буду благодарна за ваши лайки и комментарии. Подписывайтесь на мой основной канал, на канал с обзорами IKEA, а также на инстаграмы. Все ссылочки будут внизу в описании. Я желаю вам отличного настроения, удачных покупок и крепкого здоровья. А мы увидимся с вами в следующем видео уже скоро. Пока-пока!